Yo, people, come on, let's go, everybody! Короче, друзья, с вами канал Жека. Сегодня у нас будет новый видосик. В данный момент я хочу вам показать, как я начинаю, друзья, свое утро. Свое хорошее, доброе, веселое утро. Просто сам себя снимаю, у меня оператора нет, девушки у меня тоже нету. Кстати, девушки, если вы в поисках парня, а я вот тоже в поиске девушки, ты будешь меня снимать и будешь моей операторшей, скажем так. Давайте, наверное, раз я снимаю о своей жизни, давайте я покажу, как я живу, чем я занимаюсь вообще. Так, друзья, вот такой вот у меня творческий беспорядок, видите, да? Лесной бальзам, друзья, я вам уже показывал. Я за отечественного производителя, да, это вообще не реклама. Давайте я, наверное, все-таки мы с вами будем чистить мне зубы, друзья, которых уже почти нет. Друзья, вы слышали, наверное, да, в начале этого ролика шум такой, стройка у меня, короче, идет за окном, поэтому вроде сейчас немного потише стало и нормально, думаю, поснимаю, а потом уже пусть эти строители, кстати, профессия неблагодарная, сам строитель. За окном, короче, друзья, строят дома и стройки, и вот эти вот шумы, но я пока надеюсь, они шуметь не будут, вроде немножко тише стало, вот, поэтому, друзья, мы потом разрешим пошуметь, вот, а пока мы с вами будем шуметь и снимать вот этот прикольный видос. Короче, друзья, я вот так вот поставлю камеру, не знаю, видно, нет, вот у меня тазик. Херово видно, наверное, да? Херово. Так, наверное, я отойду подальше. Чтоб вам видно было. Наверное, слышите, у меня севший голос, охриплый такой. Не знаю, что у меня, сколько я еще, когда я сдохну, короче, сколько мне осталось. Вообще, мне врачи, сволочи, не хотят обследовать, лечить. Вот, у меня, скорее всего, онкология, я точно не знаю, я не буду тут это... хайповать, типа, вот, я там помираю. Ну, может быть, друзья, если я помру, вы об этом узнаете, я думаю. Вот кто-нибудь, да все равно в комментариях напишет, чувак сдох, или друга, мои видосики не будут выходить. Это любительская съемка на телефон, я не снимаю там кино, как я снимал там, да, где-то я был, там Дмитров тот же, у меня там целый фильм такой, да, смонтировал, как кино. Здесь не фильм, здесь просто из моей жизни. Короче, вот, друзья, я беру вот так пасту, да, хоп, потом беру на свои пеньки. Она, кстати, друзья, такая невкусная гадость. Кстати, друзья, я подписан на канал, называется «Человек без рук», очень классный канал, там очень классный дедушка. Снимает тоже влоги, он инвалид, у него 17 лет, нету обеих рук. Также у него жена, бабулька, у нее нет одной ноги. Вот они два инвалида, живут, друг друга поддерживают как-то. Вот, и снимают вот из жизни влоги, подпишитесь, очень интересно, он там, кстати, тоже чистит зубы, правда, без рук, вот, он там и кушает без рук, и работает на огороде, короче, канал офигенный. Здесь для кого-то, друзья, из вас я тоже как член семьи, не как член, а как член семьи, друзья, поправочку несу. Давайте, друзья. А что не пойдешь, иди просмотр на YouTube, да я шучу, мне просто делать нечего. Ядреная смесь, это знаете, как майонез скинуть в пепси. Я шоколадный заяц, я ласковый заяц. Там, как там дальше? Я сладкий на все стол. Мы не слышали эту песню. Все, пошло, я за полотенцем буду. Короче, друзья, вот так вот я поставлю камеру. В этот раз, надеюсь, она не упадет. Блин, опять я рекламой занимаюсь. Пардон, друзья. Это газики вот тоже. Вот это газировка все виновата, друзья. Не знаю, что со мной творится, друзья. Но пока я живой, вот. Я ж про муку снимал, кстати, тоже. Абана, кстати, тебе привет. Вот. И мне, конечно, мои соболезнования. Так что, друзья, надеюсь, я не повторю судьбу какого-нибудь из блогеров, которого уже нет с нами на этом свете. Вот. И буду жить долго, 100 лет проживу. Как хорошо, а? А мусора забирали, друзья, опять было. Сказали, у тебя так опок воняет. Я говорю, я ж правильно, я же не мою, бывает неделю, бывает две, только там тетя не заеду, не приму, ну что побреюсь, да, видите, они брикнут. Вот. Они, короче, меня выгнали с отдела, потому что я вонял.
Если вас берут в отдел, не дай бог, да, друзья, знаете, что мусорами перевозят, когда тебя воняет, бомжей, да, видимо, я мусорил таких мусоров, попал. Есть менты, да, есть полицейские, есть мусора, да. Я про тут беспредел вам уже рассказывал в другом своем ролике, да, когда у меня стали на телефоне ковыряться, да, ну вот мусорапия было. Забрали у меня документы, не то что друзья, из рук даже взяли, а вообще себе их забрали. То есть забрали мой телефон, меня посадили в машину, направили на меня автомат, скажем так, да, руки на сиденье, да, поехали, повезли меня в отдел. Вот. И вообще, сейчас мы тебя в автодиспансер повезем, ты наркоман, да, я говорю, не наркоман, там я им показал, да. Меня повезли в отдел, друзья, заставили снять трусы, а поскольку это, кстати, Воденцова было, вот, там жесть, короче, жалко, что у меня не было скрытой камеры, блин, наказывают на таких ментов, скажем так, мусоров, которые себе такой беспредел позволяют, да. Там смотрят твою переписку, там заходят вообще везде, там твои фотографии, видео, да. Может, у меня там, может, у меня жена есть, она мне свои голые фотки присылает, да, как бы многие. Я вот курсовик, например, да, у меня много было коллег по работе, да, кто со мной в комнате, там, огонщики жил, да, в общежитии. Вот, у них жены, они, например, там издалека, да, жены, ну, возьмем там с Узбекистана, да, жена там или с Украины, да, и вот жена ему свои голые фотки присылает, чтобы он не гулял, не изменял, да, он смотрит и радуется, да. Может это дрочит, анонирует, да, как бы, вот, мастурбирует девушки, вот, мужчина дрочит или анонирует, вот, как бы, я, как бы, я видел, они раз парнишка споется, как бы, вот, конечно, спать легли, думаю, что его не увидит, я его увидел, другие, наверное, тоже, но мы их не сделали, мы же все люди, друзья, мы не будем его позорить, там, это вполне естественно. Еще скажите, что кто-то из вас не мастурбировал никогда, стопудово кто-нибудь когда-нибудь в детстве, а может быть и сейчас, да, кстати, мастурбация, она анонизм, друзья, девушки, это вас касается и парни, да, это иногда полезно для здоровья, да, воздержание долго это вредно. А, что кривить душой, да, иногда не брезгую этим, как бы, девушка у меня пока все равно нет, да и к тому же я снимаю свою жизнь, зачем мне, друзья, вам врать и что-то там, я не знаю, строить из себя такого вот святоша, да, я же не святоша, я, вон, лысая башка, да, пирожка, вот, как бы. Я с этого отдела ушел только потому, что от меня воняло, как бы меня держали там 2 часа, потом сказали, снимай трусы, вот, я говорю, для чего, уже не уролог, да, мужской, там, смотреть мою пиписку, да, может, наркоман, потому друзья, я их скажу. Меня спасли мои вонючие ноги, мои вонючие носки, да, когда они сказали, я, короче, приспустил штаны, трусы, там они посмотрели, там, я не знаю, полюбовались моим достоинством, он говорит, разуйся, они такие выскочили, но зажали, говорит, что тебя так воняет, я говорю, ну, что от меня воняет, ну, не мылся давно, не мылся, вот, у меня в обезьянник не стали меня запирать, да, мне говорит, иди отсюда гуляй. Короче, бошку я полоснул, мне давайте еще раз контрольный последний раз. Вот. Умылся, ополоснул бошку, пошли сюда, говорю. У меня деньги, друзья, очень экономные, придется опять заплатить за новую. Ну ладно. Вот, давайте я буду вытирать голову. Давайте, наверное, будем прощаться, все-таки уже ролик и так очень длинный получился, поэтому не забываем ставить вот такие вот жирные лайки, а лучше 2, а можно и 4 влепить, но это нереально, да, я так прикалываюсь, ну, вот он вами, потому что у нас страничка нехорошая, вот, обязательно интересные, друзья, заметьте, не смайлики, а интересные комментарии, и также подписывайтесь на канал, кто не подписан, вот, ну, можете не подписываться, в принципе, кстати, можете дизлайки ставить, YouTube все равно, там, все равно, да, дизлайки, или главное ваша активность, друзья. Ну давайте, наверное, это я погнал, короче, погуляю, проветрю. Йоу, people, come on, let's go, everybody. Короче, друзья, с вами канал Жека. Сегодня у вас будет новый видосик, как я живу в своем бунгало, где-то, короче, в этой квартире без ремонта. Вы уже видели мои предыдущие ролики. Я снимал, показывал вам, что я там покушать себе покупаю, когда у меня денег вообще нет. Или как я провожу время там, где я сплю, моя фирменная раскладушка, когда-то я вам показывал свой фирменный пенек на даче, да. Также у меня есть фирменная раскладушка, друзья. Поэтому давайте
перед просмотром этого видосика поставим вот такие вот жирные лайки, а лучше поставьте по 2 таких, а можно еще и по 4 даже влепить таких вот, друзья, жирных лайков. Ставим также интересные комментарии, комментируем, желательно не смайлики, а именно вот что-то напишите, чтобы другим зрителям моего канала, там этого видосика, да, было интересно зайти и почитать ваши комментарии, может быть, даже вам ответить. Вот. Также не забываем подписываться на канал, кто еще, друзья, не подписан. Вот. А я знаю, многие меня из вас без подписки смотрят, но мне это очень важна ваша подписка для статистики канала, чтобы потом смотреть статистику, какие видосики вам заходят, какие нет, что-то может быть интереснее снимать. На данный момент у меня обычные блоги, как я живу, как я бомжую, грубо говоря. Вот. Я потом еще сниму серию видео, да, скажем так, как вот сезон, да, как вот «Во все тяжкие» есть сезон, да, посмотрел этот фильм. Также у меня будет «Во все тяжкие», только не в Америке, а в России. Вот. И это совсем связано не с наркотрафиком, там, не с наркотиками, да. Посмотрел этот сериал, знаю, да, там был профессор Наркобарон. Вот. А я, наверное, больше буду снимать, как выжить в Москве без бабла. Вот. Но место жительства, в принципе, у меня какое-то есть. Хоть какое-то, но есть. Вот. Но я, может быть, даже где-то буду жить. Где-то, но не здесь. Вот. И поснимаю для вас интересный видосик, скажем так, инструкция по выживанию. Вот. А в данный момент я хочу вам показать, как я начинаю, друзья, свое утро. Свое хорошее, доброе, веселое утро. С чего, вернее, я его начинаю? Ну, наверное, с того, что чищу зубы, умываюсь. Вот, что еще делаю. Друзья, сегодня, кстати, опять вот у меня лысая башка, я сегодня постригся. Видите, как аж блестит на солнце. Видно, наверное, да? Я просто сам себя снимаю, у меня оператора нет, девушки у меня тоже нету. Кстати, девушки, если вы в поисках парня, а я вот тоже в поиске девушки, но я, не подумайте, не наглый человек, но я буду вас, если все-таки я встречу ту самую, единственную, да, я буду тебя, дорогая, эксплуатировать, ты будешь снимать со мной видосики, держать вот так телефон, а я буду кривляться, йоу-йоу, let's go, come on, everybody, да, вот, а ты будешь меня снимать и будешь моей операторшей, скажем так. Вот. Ну а пока что, блин, я только открыл глаза, я даже не умывался. Я, вернее, не умыл, я бегал в парикмахерскую, да, чтобы сразу грузать побыть. И постригся, меня побрили, да, и почистить зубы, там умыться, потом прийти. Вот. Я там, в принципе, помыли бошку, когда стригли. Вот. Но я хочу еще раз помыть ее, остатки волос смыть. Поэтому, кстати, еще перед этим я почищу зубы. Вот. Давайте, наверное, раз я снимаю о своей жизни, давайте я покажу, как я живу, чем я занимаюсь и вообще. Так, друзья, блин, вот такой вот у меня творческий беспорядок, видите, да? Вот это вот мои вещи, здесь тазик. Вот буду я, типа, ну, не в нем мыть голову, да, но одним, чтобы вода не проливалась, чтобы не затопить соседей. Вот такое вот зеркальце, такой вот у меня Axe Dark. Шоколадный, короче, друзья, я буду как шоколадный заяц сейчас. Блин, телефон надо менять, он у меня что-то с фокусировкой, друзья, случилось, он у меня автоматом не наводит. Постоянно приходится делать как бы и себя фокусировать в кадре, и какие-то предметы. Вот, то есть автомат, я в настройках даже копался, но когда себя снимаешь, сам очень неудобно, когда у тебя нет автомата, когда фокусировка у тебя не автоматическая, да. Вот, ну, такая вот вода, кстати, кирпичи еще со строительства дома остались. Видите, здесь все призаделали. Видимо, вот эти кирпичи так и не вынес мне западло, друзья. Такая вот вода питьевая, взял газированную, не знаю, у меня будет, друзья. О, у меня будет газированная голова, я сам буду видеть как газированный сироп, шутка, газированный, правильно, есть. Вот, я просто как бы помою, но я думал ее еще пить, вот поэтому взял газированную, думаю, как не испортит нашу с вами процедуру, как чистка зубов и мытье моей лысой башки. Так вот, лесной бальзам, друзья, я вам уже показывал. Я за отечественного производителя, да, это вообще не реклама, просто мне, ну, блин, неудобно. Просто я, короче, хочу почистить и пальцы в кадр залазит, короче, на камеру. Блин, вообще жесть, друзья, это будет видос такой, блин, underground.
Так, давайте я, наверное, все-таки буду. Все-таки мы с вами будем чистить мне зубы, друзья. Которых уже почти нет. Надо коронки менять. Старые на новые. Где-то зубы ставить, видите. Я железяки во рта. Импланты начал делать, друзья. Бабок сейчас нету, так и не доделал. Короче, это как тачку, когда делаешь, короче. Вот вроде вложился в ремонт, но не до конца, короче. Что-то сделал, выглядит круто, но ездить не можешь. Так здесь, короче, уже стоят почти, а жрать нормально не могу. Ладно, давайте я... Так, думаю, будет меня видно. Не знаю, конечно. Друзья, вы слышали, наверное, да, в начале этого ролика шум такой, стройка у меня, короче, идет за окном, поэтому вроде сейчас немного потише стало и нормально, думаю, поснимаю, а потом уже пусть эти строители, кстати, профессия неблагодарная, я сам строитель, вот, и в прошлом, и сейчас, наверное, на стройке фигачу подрабатываю, вот, тогда они пусть, тогда я им разрешаю шуметь, друзья, а пока что, кстати, вот, видите, да? Блин. Вот так позиция. Друзья, вы, наверное, слышали в начале ролика шум стройки, друзья. У меня за окном стройка. Короче, строят новые дома. Мой район еще недостроенный, да, и эти сволочи нет, так, наверное, скажем, строители это люди, наверное, как пожарники, вот, но ментов я не буду, наверное, менты разные, есть мусора, есть менты, вот, а вот строители и пожарники, наверное, такая одна из неблагодарных профессий, сам я тоже подрабатываю иногда строителем на стройке, разнорабочим, если правильно сказать, у меня такое, вообще нет образования строительного, да, я автослесарь по специальности, если кто не знал, если вам не говорил. Вот автослесарь, кстати, 4-го разряда, друзья, я крутой, или 3-го, я уже не помню. Вот, у меня за окном, короче, друзья, строят дома и стройки, и вот эти вот шумы, но я пока надеюсь, они шуметь не будут, вроде немножко тише стало, вот, поэтому, друзья, мы потом разрешим пошуметь, вот, а пока мы с вами будем шуметь и снимать вот этот прикольный видосик. Короче, друзья, я вот так вот поставлю камеру, не знаю, видно, нет, вот у меня тазик. Херово видно, наверное, да? Херово. Так, да, наверное, я... Отойду подальше. Чтоб вам видно было, да? Чтоб вам видно было. Блин, что-то у меня сегодня, друзья, настроение такое на позитиве. Хотя голос уже хана, вы, наверное, слышите, у меня осевший голос, охриплый такой. Не знаю, что у меня, сколько я еще, когда я сдохну, короче, сколько мне осталось, и вообще мне врачи, сволочи, не хотят обследовать, лечить. Вот, у меня, скорее всего, онкология, я точно не знаю, они будут тут это хайповать, типа, вот, я там помираю. Но может быть, друзья, если я помру, вы об этом узнаете, я думаю, вот, кто-нибудь, да все равно в комментариях напишет, чувак сдох, или долго мои видосики не будут выходить. А пока что я живой, пока что я с вами, пусть я не болею, да, у меня, кстати, вот здесь, если видно, лимфоузлы что-то надулись, тоже как пару месяцев, меня пугает, друзья, еще пятно на горле, но я не буду вам показывать, потому что нет, у меня вот этот телефон, он большой, он просто не пролезет, это как не по размеру брать, он просто не пролезет в рот мне, вот, и поэтому мы не буду я себя мучить, друзья, короче, вот я беру воду, набираю в рот. Сука, она газированная такая вообще. Давайте я вот так камеру поправлю. Неудобно. О, думаю так, ну хотя бы так, даже поближе. Друзья, главное, чтобы не упал телефон, а то тогда больше у нас с вами видосиков не будет в ближайшее время, пока я не куплю себе новый. Вот, пока что я снимаю на этот. Так, ну что мы делаем? Мы намочим так вот обосым, короче, щетку, чтобы щетина была у нее мягче, потому что у меня десна, она жесткая, царапает, бывает десна. Потом они кровоточат. Ну, кстати, я знаю, напишут в комментариях, там у тебя зубы хуевые, ты просто их не лечишь. Да, друзья, хуевые у меня зубы. Там же денег сейчас нет особо по зубным ходить. В обычной поликлинике там только дергают, вот, а мне хочется какие-то зубы сохранить.
Поэтому, друзья, ну вы донатить, вы у меня за 2 года, пока канал существует, было только один донат, был 100 рублей. Короче, ну, я не буду вас просить делать донаты, хотя есть ссылочка. Это ваше право, как бы. Если хотите, я перестану, друзья, снимать, значит, или я сдался, или нет, надоело. Потому что денег нет, не приносит времени, отнимает очень много. Съемка, монтаж и все. Пока мне это интересно, пока у меня есть свободное время, пока я, так сказать, так вот шароебью, да, как распиздяю вот так вот, да, там выходные свои я снимаю, вот. Может, когда-нибудь я стану каким-нибудь крутым коммерсом, да, не буду нервно. Вот. Надо зарабатывать деньги, вот. На YouTube что-то не просмотры нормальные, ни подписчиков, вот, ни денег не приносят таких вот, не хотел. Короче, друзья, у меня, видите, упал телефон. Вот, видимо. И, кстати, вот я поправлю сейчас у меня, видите, как, что-то с фокусировкой. Ну, короче, ладно, это влог все равно, это любительская съемка на телефон. Я не снимаю там кино, как я снимал там, да, где-то я был. Там Дмитров тоже, у меня там целый фильм такой, да, смонтировал, как кино. Здесь не фильм, здесь просто из моей жизни влоги, да, поэтому, думаю, вы мне простите мое... Вернее, прямого херовое качество немножко. Думаю, это простительно. Я не на 12 iPhone снимаю, не на 11, не на 12 снимаю, на Honor 20 Pro, на свою старую камеру, на телефон, на свой муж 2 года, почти 1.5. Короче, вот, друзья, я беру вот так пасту, да, хоп, потом беру на свои пеньки. Она, кстати, друзья, такая невкусная гадость. Но, правильно говоря, даже лекарства хорошие, они невкусные. А то, что вкусно, это отрава, ну, наверное, какой-нибудь коргит, он вкуснее, но он не такой, скажем так, полезный для десен. Не... Короче, друзья, ну, вы сами меня понимаете, что я вам буду, как профессор, тут все рассказывать. Вот это наш отечественный производитель, вот, против кровоточивости десен. У меня стресс один кровоточит, и я из-за этого потерял много зубов. Вот так, вот. Кстати, друзья, я подписан на канал, называется «Человек без рук», очень классный канал, там очень классный дедушка, снимает тоже влоги, он инвалид, у него 17 лет, нету обеих рук, также у него жена, бабулька, у нее нет одной ноги, вот они два инвалида, живут, друга поддерживают как-то, вот, и снимают вот из жизни влоги, подпишитесь, очень интересно, там, кстати, тоже чистит зубы, правда, без рук, вот, он там кушает без рук и работает на огороде, короче, канал офигенный, то есть мужик... Ну, блин, тьфу, не дай бог, конечно, но я не знаю, что бы я делал, если у меня такая была беда с моим, да, здоровьем, скажем так, вот, телом там, да, что-то без рук, он, даже вот, друзья, кто с руками, не такие позитивные, как он шутит прикольно там, и рассказывает, и снимает, и человек не сдался, не упал духом, он продолжает жить, представьте, он 17 лет, а ему уже, по-моему, по 60. Вот, поэтому обязательно подписывайтесь на этот канал, это не реклама, как бы, вот, канал довольно известный, у него где-то 600 тысяч подписчиков уже за полгода, представьте, он набрал там с 10 тысяч, я подписан, когда еще минимум было подписчиков у этого канала, у этого дедульки, вот, у него контент очень крутой, интересный, ну, конечно, для слабонервных не каждый сможет смотреть, да, как человек там с оторванными руками будет что-то делать, там, например, даже вот с лопатой во дворе пытаться работать, да, когда у него рук нет, там граблями что-то делать, да, там кушать готовить, там и пуль там щелкать, да, подбородком. Не каждый, мне тяжело бывает смотреть такие ролики. И вообще я поначалу думал, зачем люди вот такую жизнь выкладывают. Ну, видимо, человек тоже, может быть, ему скучно там, пока жена, например, не с ним рядом, она где-то, может, в огороде, а ему там в доме скучно. Может быть, просто человек заработать хочет, может быть, прославиться, да, может быть. Но какая нам разница, чего хочет этот человек, нам главное, что это крутой контент, интересный, вот, и дедушка очень позитивный, добрый, вот, я ему желаю, ну, навряд ли, наверное, он сможет мой ролик, но я вам пожелаю, товарищ, человек без рук, здоровья крепкого и долгих лет жизни, дожить до 100 лет, вот. Что-то, знаете, это как бешеный, да, пена изо рта, вот эта паста, вот, а так вообще, ну, блин,
Я подписан, смотрю, и очень рад, когда выходят новые ролики. Мне интересно, я уже, наверное, этот человек мне как родственник стал. То есть, ну, вы, наверное, замечали не раз, да, как на кого-то подписаны, если смотрите блогера, да, постоянно одного и того же, да. Вы уже к нему привыкаете, это как член семьи уже вашей, да. Надеюсь, для кого-то, друзья, из вас я тоже как член семьи. Не как член, а как член семьи, друзья, поправочку внесу. Член у меня и так есть, вот. Слава Богу, он тут, моя голова – это голова, ну, вот, хотя она лысая, похожа, наверное, на головку члена. Ну ладно, вот, не буду я себя обсирать, там, стебаться, да, над собой. Вы можете там надо мной в комментариях постебаться. Вот видите, я уже весь уже паста высыхает, давайте я буду чистить зубы, а то скажут, бездобол, там, типа, это, говорит, я буду зубы чистить на камеру, а сам что-то тут пиздит, давайте, друзья. А что не пойдешь ради просмотров на YouTube, да я шучу, мне просто делать нечего, я решил вам показать, а потом буду смотреть, как все зубы сделаю, красивую улыбку, глюбушку, как у Тимати, там, как не знаю, как у Эдварда Билла, да, там, как у Тома Круза, да, там, я буду смотреть, пересматривать и скажу, блин, я крутой, я как Павел Дуров, да, знаете, вам не надо что-то представлять, да, у меня есть и там все, и внешность себе сделаю, да, пока что я такой парень, такая вот лысая башка, друзья. Вот. Лысая башка, дай пирожка, да? Лысая башка, дай пирожка, да? Я уж так горем, да? Я уж все блогеров, мои друзья, перечислил, но ладно. Смотрю, что-то это у меня тут это, видите? Паста уже высыхает. Короче, язык. Друзья, желтый язык, потому что я пил пепси. Я ходил, я пил пепси, у меня чайника нет, а кофе хочется, а пепси кофеин. Ядреная смесь, это знаете, как майонез скинуть в пепси. Такой взрыв. Ну, вы понимаете, да, о чем я. То же самое у меня во рту происходит, там паста, извиняюсь, у меня слюни как вот это все. Вот, безобразие, да? Вот. Паста, короче, она же, тут, я так понял, метол все равно есть. Вот. Вода газированная, она не пепси, правда. Ну все, реакция во рту как пепси и вот этот майонез. Вот, короче, важно. Так, делаем, да? Я не знаю, сколько у меня смог по времени будет, может вообще на час, может на полчаса, может на три часа, да, но я думаю, мы с вами сделаем его покороче, и, наверное, я где-то, я не буду при вас прям чистить до конца зубы, я почищу их, потом включусь и... Друзья, короче, такая жизнь. У меня даже раковины нету, нету крана нормального, чтобы, ну, тут умываюсь, я тоже беру. И газированную воду, видите, как это. Так, может, пока мочить не буду, там волосы. Друзья, короче, дальше я без вас почищу зубы. Вот. А пока что я отключаюсь, и потом, когда буду мыть бошку с вами, волосы, да, я отключусь, и вы увидите, как я это делаю. Как я стану шоколадным зайцем. Знаете, какую песню, да, я нарцисс пою. Фамилия же нас, я как бы погонял нарцисс. Друзья, творческое, сценическое имя. Я нарцисс, да. Кстати, его не видно в последнее время, не знаю. Не знаю, по вам пропал. Ну, вроде бы живой, здоровый, да. Показывали, я видел его пару лет назад на ТВ. Но эту песню мы уже давно не исполняем, друзья. Но песня прикольная. Я шоколадный заяц, я ласковый не заяц. Там, как там дальше? Я сладкий на все стол. Вы, наверное, слышали эту песню? Все, пошел я за полотенцем, буду мыть. Короче, друзья, вот так вот я поставлю камеру. В этот раз, надеюсь, она не упадет. Так, видите, у меня полотенец. Вот этот мой шоколадный заяц, шоколадный... Акс, Дарк. Блин, опять я рекламой занимаюсь. Ой, пардон, друзья, пардон. Это газики вот тоже. Вот это газировка все виновата, друзья. Это не я, это она все виновата, друзья. Короче, блин, что-то запашок такой. Надо, друзья, пойти прогуляться, помыть голову, пойти сами. Давайте. Неудобно, друзья. Вот
так поливает. Как хорошо, а? Холодненько, блин. Водичка. Кайф, друзья, это кайф. Душ, шампуньку. Нет, для души, вернее. Опять эти слюни грибы достанут. Я еще, знаете, на сайте почитал, что онкология, она, короче, много слюней там. Пятно типа стоматита у меня рядом с гландами. Именно пятно, не гной, не пузырьки. А именно пятно, друзья, не проходит уже. Хер знает сколько уже, ну месяца три точно. Вот, слабость, температура постоянно, 37,5-38, то есть, кстати, жарко, друзья. Я вот, когда еще снег был, я прям готов был на улицу выйти в трусах. Я выходил на улицу, я сразу потел. Вот. Не знаю, что со мной творится, друзья, но пока я живой, вот, я ж про муку снимал, кстати, тоже. Абана, кстати, тебе привет, вот, и мне, конечно, мои соболезнования, и, блин, жалко, тоже крутой чувак был, крутые снимал, влоги снимал, вообще там интервью брал, да, типа, если знаете, дочь такой, да, а он по современнию, скажем так, его поинтереснее смотреть, потому что у него темы такие более, что ли, незаезженные, там, пусть там он много снимал наркоманов в основном. Так что, друзья, надеюсь, я не повторю судьбу какого-нибудь из блогеров, которого уже нет с нами на этом свете, вот, и буду жить долго, 100 лет проживу, вот. А по поводу Мухи, Апанас, я передаю тебе тоже, это брат, кстати, брат Мухи, Апанас, тоже на его канал подписывайтесь. Сегодня у меня какой-то ролик, друзья, я блогеров прям рекламирую. Кто-то меня прорекламировал, сказал, есть такой чудик, такой прикольный чувак, чудик, наверное, больше, друзья, Жека, вот, подпишитесь на него, и у меня появилось хотя бы немного новых подписчиков. Ну, пока вот так вот, у меня руки как вазелине, да? Ладно, не буду, друзья, я пошли, вот, я такое снимать не стал, даже если у меня были руки вазелине, наверное, я бы где-нибудь уединился, но для вас это не показывал, вот. Еще скажите, что кто-то из вас не мастурбировал никогда, стопудово кто-нибудь когда-нибудь в детстве, а может быть и сейчас, да, кстати, мастурбация, онанизм, друзья, девушки, это вас касается, и парни, да, это иногда полезно для здоровья, да, воздержание долго, это вредно, поэтому, что кривить душой, да, иногда не брезгую этим, как бы, девушка у меня пока все равно нет, да и к тому же я снимаю свою жизнь, зачем мне, друзья, вам врать и что-то там, я не знаю, строите себя такого вот святошу, да, я же не святоша, я, вон, лысая башка, да, башка, вот, как бы, давайте, без каждого, да, а, ну, шампунь, я еще в кроссовках, друзья, просто дисплейно, в тапочках ходить, неудобно, потом носки менять чаще приходится, фу. Я же, мусора забирали, друзья, опять было. Сказали, это каток воняет. Я говорю, я же правильно, я же не моюсь, бывает неделю, бывает две, только там тетя не заеду, не приму, душ не побреюсь, да, видите, они брикнут. Вот. Они, короче, меня выгнали с отдела, потому что я вонял. Поэтому, если вас заберут в отдел, не дай бог, да, друзья, знаете, что мусорами переносят, когда тебя воняет, бомжей, да. Видимо, я максимум таких мусоров попал, которым есть менты, да, есть полицейские, есть мусора, да. Я про тут беспредел вам уже рассказывал в другом своем ролике, да, когда у меня стали в моем телефоне ковыряться, да, ну вот, мусора как бы, вот. Забрали у меня документы, не то что, друзья, из рук даже взяли, а вообще себе их забрали. То есть забрали мой телефон, меня посадили в машину, направили на меня автомат, скажем так, да, блядь, руки на сиденье, да, повезли меня в отдел. Вот. И вообще, сейчас мы тебя на тот диспансер повезем, ты наркоман, да, я говорю, не наркоман, там я им показал, да. Меня привезли в отдел, друзья, заставили снять трусы, а поскольку это, кстати, Воденцова было, вот, там жесть, короче, жалко, что у меня не было скрытой камеры, блин, наказывают на таких ментов, скажем так, мусоров, которые себе такой беспредел позволяют, да, если видишь, что с регистрацией идет, да, значит, можно его там, я не знаю, там, как сказать,
издеваться над ним, да, друзья, по-другому это назову, когда там смотрят твою переписку, там заходят вообще везде, там, твои фотографии, видео, да, может, у меня там, может, у меня жена есть, она мне свои голые фотки присылает, да, как бы многие, я вот у своих, например, да, у меня много было коллег по работе, да, кто со мной в комнате, там, вагончики жил, да, в общежитии, вот, у них жены, они, например, там, издалека, да, жены, ну, возьмем, там, с Узбекистана, да, жена, там, или с Украины, да, и вот жена ему свои голые фотки присылает, чтобы он не гулял, не изменял, да, он смотрит и радуется, да, может это дрочит, анонирует, да, как бы, вот, мастурбирует девушки, вот, мужчина дрочит или анонирует, вот, как бы, я видел один раз, парнишка споется, как бы, вот, конечно, спали, думал, что его не увидит, я его увидел, другие, наверное, тоже, но мы это не сделали, мы же все люди, друзья, мы не будем его позорить, там, это вполне естественно, вот, как бы, да, что, естественно, друзья, то не безобразно, вот, шапун в глаза попал, в глаз. Вот, короче, и я с этого дела ушел только потому, что от меня воняло, как бы меня держали там 2 часа, потом сказали, снимай трусы, вот, я говорю, для чего, уже не уролог, да, мужской, там, смотреть мою пиписку, да, может, наркоман, друзья, в яйца колюсь, или я себе в жопу засовываю, не знаю, там, они мне говорят, может, наркокурьер, короче, может, не закладываешь, там, да, чуть не в жопу мне залазили, друзья, а еще были случаи, когда дубинкой там насиловали, их уже арестовали, этих мусоров, да, давно было, пару лет назад, в новостях показывали, что мужика до смерти, да, там, дубинкой в жопу резиновой, но вы, наверное, слышали, наберите в поисковике, если вам интересно. Я уже испугался, думал, что сейчас из меня женщину будет делать. Вот. И меня, слава богу, пронесло, я так и остался мужиком, друзья, мужчиной, не петушарой, слава богу, да. Вот. И меня спасли мои вонючие ноги, мои вонючие носки, да, когда они сказали, да, я, короче, приспустил штаны, трусы, там они посмотрели, там, я не знаю, полюбовались моим достоинством. Он говорит, разувайся, разулся, они такие выскочили, но зажали, говорит, что тебя так воняет? Я говорю, ну, что ты меня воняет? Ну, не мылся я давно, не мылся. Вот. У меня в обезьянник не стали меня запирать, да, они говорят, иди отсюда гуляй. Вот. Иди нахуй отсюда, короче. Вот. И... Но лучше, друзья, лучше в пизду. Я в этом ролике матом так ругаюсь, но... Ну, просто, друзья, у меня настроение хорошее, да, и чуть не ругануться. Поставлю на ролик 18+. Будут смотреть те, кому 18. Вот. Вообще у нас свобода слова есть, да? Так, друзья, короче, ложку я полоснул. Мне давайте еще раз контрольный такой, контрольный последний раз. Вот. Умылся, полоснул ложку, пошли туда, буду. У меня деньги, друзья, очень экономные, придется опять за воду идти за новую. Ну ладно. О, давайте я буду вытирать голову. Аж полотенце это не видит. В башке пошла лысая. И волосы не шершавые, как кошачьи язык, если у вас какая-нибудь кошка облизывала. А, все. Знаете, как кайфово, если бы я еще, не знаю, полоснулся, все тело, да, вообще оно было бы круто. Не только вот этой моей голове, еще и второй, да, но подмываюсь я так же, как бы, вот. Ну, как бы, вы поняли, короче, не буду вам показывать. А тогда точно ролик, друзья, заблокируют, и тогда, может, даже и канал. Поэтому не будем рисковать, с вами не будем рисковать. Друзья, давайте, наверное, будем прощаться. Все-таки уже ролик и так очень длинный получился. Поэтому не забываем ставить вот такие вот жирные лайки, а лучше 2, а можно и 4 влепить. Но это нереально, да, я так прикалываюсь. Вот он вами, потому что настроение очень хорошее. Вот. Обязательно интересные, друзья, заметьте, не смайлики, а интересные комментарии. И также подписывайтесь на канал, кто не подписан. Вот. Ну, можете не подписываться, в принципе. Кстати, можете дизлайки ставить. YouTube все равно, там, все равно, да, дизлайк или лайк, главное ваша активность, друзья. Ну давайте, наверное, это я погнал, короче, погуляю, проветрюсь, да, вот, проветрю свои трусы, свои там, я не знаю, многие в кроссовках, как бы, да. Друзья, вот такой вот у меня вид из окна, видите, да, вот эти новостройки, которые строят еще, вот эту вот построили, вот эту построили, вот этот еще только достраивают, он тут он достраивает, ну это почти уже готов. Да, видите, там строительный мусор. Слава богу, что строительный не такой. А там дальше, ну поняли, да, там еще скелет, еще даже долго будет строительство.